Здесь делают глинтвейн. Очень так атмосферно. Такой у меня получился ужин. Такие два шашлычка, красная рыба. Это вот что-то, рыба запеченная, наверное, не знаю, с рисом. Нет, риса тут нет. Рыба просто запеченная. В общем, такой же салат с курицей. Фаршированный инжир. Это какие-то помидоры. Не знаю, что это такое. И кусочек рыбки еще. Такого я ни в одном отеле не видела. Чтобы вы понимали, это отель, второй этаж. И кошка, которая ходит сама по себе. Такой у меня получился завтрак. Омлет, он с разными начинками. Рыбка, сыр, ветчина, каймак, сливки наши, салат, то есть огурчики, инжир, пирожки, сосиски. Кофе принесли. Вот мой номер 621. Я выселяюсь из отеля. Рыбки кушать хотят.
рты открывают. Сколько их много. Парк аттракционов, но он сейчас не работает. Хотела вот тоже на колесе обозрения прокатиться, но не работает. Вот напротив парка аттракционов находится Мигрос 5М, торговый центр очень большой. Вот там и Манго, и Кемаль Драджа, и Катон, и Даремот. Марки представлены. И вот здесь большая очень транспортная развязка. То есть многие отсюда уезжают. Можно здесь пересаживаться на этих вот остановках. Манго, Миша, Адел, Пенти, Фло, обувной магазин, Коллинз, Кемал Танджа, Мак. Пекьол, Даремот, продуктовый магазин большой, Бенетон, детский, я так понимаю, нет, и взрослый тоже. Катон, Калзедония, Лакоста. Много марок. Приехала вот на канатную дорогу. Сейчас купим билет. Вот я села в кабинку, поеду одна, немножко страшно, но что делать? Так немножко дрыгается. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Здесь женский пляж, только для женщин. Сейчас, конечно, уже все, ничего не работает, все закрыто. Это район Сарысу называется в Анталии. Такая кабинка.
страшно очень. Одна. На такой высоте. Посмотрите, какая красота. Бесконечное море. Корабли. Скалы. Прямо рядом. Шикарное место. Виды вообще просто обалденные. Здесь есть кафе. Можно купить чай, мороженое. Все кафе закрыты. Я поехала обратно. Билет стоит 20 лир. Здесь кафе закрыто. Ну, то есть посидеть, конечно, нигде нельзя у нас сейчас в Турции. Но можно попить чай, то есть кола, мороженое, все есть. То есть все отдыхают, смотрят, гуляют. Лавочки везде. То есть посидеть можно на лавочке. Дорога находится недалеко от автобусной остановки. Автобусная остановка конечная, конечная СРСУ. Там много всяких автобусов, очень легко сюда доехать. Вот прям конечная остановка, вот отсюда очень хорошо видно. Там магазин метро.